сегодня председатель республиканского правительства работала в Ленске. Члены кабинета министров побывали на нескольких социальных объектах. Рассказывает наш корреспондент Светлана Балеева. В первой половине дня делегация смотрела строящийся жилой комплекс с пристроем, детская поликлиника, женской консультации. Как отметил представитель фирмы-подрядчика, объект будет сдан раньше намеченного срока, в связи с чем Галина Иннокентьевна поставила задачу Министерству здравоохранения перенести на более ранние сроки комплектование поликлиники новым оборудованием. В рамках строительства новой поликлиники для детей и женской консультации мы выделим примерно 18 миллионов рублей. Кроме этого, выделили 28 миллионов рублей на закупку компьютерного томографа. Далее рабочая группа посетила реконструированный из офисного здания детский сад на 60 детей и строящееся дошкольное учреждение на 315 мест, которое начнет свою работу уже в конце следующего года. После чего члены делегации осмотрели 9-этажный дом, строящийся по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Также побывали в Ленском технологическом техникуме. После чего члены правительства выехали в село Батамай, где осмотрели животноводческий комплекс и новую линию по разливу молока в пластиковую тару. Руководитель общества с ограниченной ответственностью Батамайская рассказал о планах развития сельскохозяйственного комплекса со строительством мясоперерабатывающего цеха и овощехранилища на 1000 тонн. Вот мы вошли в программу финансового оздоровления и в течение 3 лет довести хотя бы до 180 голов дойного стада. В свою очередь Галина Иннокентьевна поддержала инициативу местных фермеров. Во второй половине дня в администрации Ленского района состоялся президиум, на котором каждый член кабинета министров отчитался об итогах посещения подведомственных объектов. Также рассматривались вопросы социально-экономического развития Ленского района. По итогам работы рабочей группы на объектах Ленского района в ближайшем будущем будет принято комплексное решение на уровне правительства Республики Саха-Якутия. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.